В одном человеке. Сегодня Даниэр Сулейманов ответит на наши вопросы. Привет. Добрый вечер. Вот, на мой взгляд, самый твой значимый и какой-то такой важный и необычный проект – это Центр молодежного инновационного творчества. Вот откуда взялась такая идея и как вообще ты ее реализовывал? ЦМИТ, Центр молодежного инновационного творчества – это мой не первый проект. Когда я начал заниматься, у меня уже был бизнес. И на тот момент я был получателем государственной поддержки в виде резидентства в бизнес-инкубаторе Балаковском. И нам периодически давали информацию о проходящих программах государственной поддержки на местном уровне, на региональном уровне. И вот одной формой поддержки было создание Центров молодежного инновационного творчества. Информация была дана в 2012 году, мы долго ее осмысливали, что это будет. И в 2013 году уже дали точные данные о том, что все, программа состоится, мы принимаем заявки. Мне стало это интересно, я начал анализировать, кто подает заявки, то есть информация была в администрации для средних специальных образовательных учреждений, для вузов, но к моменту подачи заявок, то есть мы уже знали, что никто из Балакова не подался, и то есть было бы обидно, что город потеряет такую возможность, поэтому мы начали усиленно готовить свою программу, подготавливать и подали заявку Министерства экономического развития и инвестиционной политики Саратовской области. Через два месяца, то есть, мы выиграли и стали первым ЦМИТом в городе Балаково. Ну, одно дело выиграть какой-то грант, получить поддержку, а другое дело реализовать это. Вот как вы выбирали технику, которая нужна? Направление именно работы, которое у вас там будет поддерживаться? Ну, именно вот в этой форме поддержки было немножко проще в плане того, что министерство давало рекомендации. То есть у нас как рекомендации по выбору оборудования были, а также рекомендации по направлениям деятельности. Какие образовательные программы применять, чему учить детей, как работать. На сегодняшний день насколько популярно среди школьников вот это ваше направление? Ходят ли они, занимаются, что им интересно? Да, дети у нас есть постоянная группа, когда дети приходят, занимаются, им очень нравится. Для них это что-то новое. Они с радостью приходят, изучают программы векторные, потому что это не просто изучение программы в компьютере и посмотреть картинку. Детям это нравится в виде того, что это можно потом реализовать в жизни. То есть, если, допустим, создать макет какой-то шкатулки, ее потом в последующем можно вырезать, склеить, покрасить. То есть, это будет эксклюзивная шкатулка, которой ни у кого нету, там, с именем. Наш центр, он не только подразумевает обучение у нас детей бесплатное. А у нас есть еще коммерческая деятельность. То есть, по федеральной программе, которая делает создание ЦМИТов, то есть, 60% рабочего времени оборудование используется детьми, а на 40% мы используем оборудование в коммерческих целях. То есть именно в коммерческих целях, то есть мы производим различные декор, элементы, мебель, конструкторы детские. То есть все это делается либо из фанеры, либо из массива дерева. Ну, я так понимаю, что школьникам очень интересно у вас заниматься. Но если бы, вот, например, вы вернулись в детство, в школу, и у вас была бы возможность вот прийти в такой центр и реализовать какую-то свою детскую мечту. Вот вы что бы сделали? У нас есть одно из направлений, это авиамоделирование, где дети собирают либо авиамодели самолетов,
различных квадрокоптеров. То есть это вот квадрокоптер, это то, что новое, то есть недавно появилось. Это устройство, позволяющее зависать в небе, допустим, снимать камеру, с камеры там видеоролики, либо, допустим, что-то приносить, уносить. Это довольно интересно, то есть дополнительные гаджеты, которые на нее вешаются, то есть ну, можно что-то типа сбрасывать, то есть управление в воздухе самим самолетом. Я очень сильно боюсь высоты, а это как бы позволило бы реализовать себя в небе. То есть. Вот на ваш взгляд, от чего может зависеть успех дела, вот конкретно вашего дела, от чего зависит успех? Может быть, вам что-то нужно было преодолеть в себе, там, какие-то преграды извне? Наверное, сложно было то, что я не техник. Я по своей натуре гуманитарий. И то есть техническое вот это вот, как работает станок, допустим, какие-то там коды, программы, то есть все, что связано с компьютером, для меня немножко тяжеловато, и мне приходилось в это вникать, чтобы это понять, потому что руководитель должен понимать, как работает его оборудование, с чего начинается процесс. А что главное в собственном деле, чтобы это нравилось в первую очередь, чтобы это не было так, что это просто приносит деньги и ты ходишь ради работы на работу. То есть должен быть интерес к собственному делу, чтобы ты приходил, чтобы рождались какие-то новые идеи, методы их реализации, то есть построение процессов. То есть нужно гореть своим да, делом. Да, нужно гореть своим делом в первую очередь. Вот часто бывает, что человек задумал какой-то бизнес, но он понимает, что денег на это нет. Вот как, на ваш взгляд, стоит ли рисковать, стоит ли открывать и реализовывать свои идеи? Делом должен гореть человек, и оно ему должно нравиться. Если вот человек с нуля начинает какой-то свой проект, он должен понимать его от и до. То есть, допустим, в идеале, чтобы это было хобби. То есть, ну, человек занимается, там, я не знаю, производством каких-то там игрушек, и он хочет на этом деле построить бизнес, и он может начать с нуля. То есть он понимает, как это делать, какие ему нужны минимальные затраты, риски, все это просчитать. Поэтому я думаю, начинать пробовать нужно всегда. Как бы я смотрю на примеры многих предпринимателей, которые не раз прогорали, начинали это собственный бизнес заново. Можно ли сказать, что вы тоже когда-то рискнули? Да, я когда-то, то есть когда я ушел в свой первый бизнес-проект, мы занимались рекламной деятельностью, я оставил работу, хорошо оплачиваемую на тот момент, то есть, потому что совмещать у меня не получалось, бизнес требовал много времени. Вот, и то есть изначально ну, бизнес не приносил того дохода, который я получал на своей работе, а у меня уже на тот момент семья, то есть мне надо было ее содержать, это были определенные риски. Вот, но мы это прошли. Свое будущее вы связываете именно с этими двумя проектами, которые у вас сейчас действуют? Или все-таки идей много и хотите попробовать себя и в других видах бизнеса? Я человек, можно сказать, что творческий. Мне нравится начинать какие-то новые проекты, доводить их до конца, и, ну, во что-то новое вникать. То есть я планирую то, что выведут СМИТ ну, проекта «Ориона», на самоокупаемость, то, чтобы управляющий мог заниматься этим бизнесом, а я только контролировать извне его. Вот. А для себя открывать что-то новое. То есть одна из целей – это построение политической карьеры. То есть есть идеи, как себя реализовать в политике, как работать на благо нашего города. Вот. Пока такие планы на будущее. Желаю тебе успехов в твоих делах, и очень хочется видеть в каждом доме вот такие вот ваши штучки интересные, потому что я так понимаю, что это сделано вами. Да. До свидания, до новых встреч. Я думаю, что мы встретимся с вами, когда вы уже начнете какой-то новый бизнес или пойдете все-таки в политическую карьеру. Спасибо. До свидания. Всего доброго.